никто не догадывается, насколько насыщенная и интересная внутренняя жизнь отеля. Кто-то опаздывает, кто-то волнуется в ожидании встречи, кто-то устраивает разборки, а кто-то срывает большой куш. Одну из таких историй, произошедших в известном отеле «Гранд Будапешт» и неосвещенных ранее, мы расскажем сегодня. Догадывается, насколько насыщенная и интересная внутренняя жизнь отеля. Кто-то опаздывает, кто-то волнуется в ожидании встречи, кто-то устраивает разборки, а кто-то срывает большой куш. Одну из таких историй, произошедших... Вау!